Приглашаете? Да, приглашаю вас, проходите. Сохранение всех прав и свобод. Правильно? Я вопрос задаю. Сохранение всех прав и свобод. Проходите, пожалуйста, в кабинет. Сохранение всех прав и свобод. Что мне делать? Я вас приглашаю. Приглашаете. Спасибо, я постою. Судебное заседание является открытым. Заявление об отводе судьи, если предъявитель имеется. Имеется. Заявление об отводе судьи. Включается заявление по материалам дела. Я старший судебный пристав так устройского районного отделения судебного пристава города Нижнего Тагила по Я уверен, без пристрастности суда, поэтому восстановление восстановления к новому протесту на восстановление суда. Наверняка зачитывалось, вы присутствуете? Я хотел бы спросить, вы сейчас в статусе кого спрашиваете меня? У вас сейчас процессуальный статус никто. Вы сейчас к кому обращаетесь и в каком процессуальном статусе? Вам заявлен отвод. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Я пока еще не ушел и пока еще я веду это дело. Отвод рассматривается тем же судьей, которому он заявлен. Поэтому ваши выпады относительно никто, я могу их воспринять как оскорбление. Я считаю, что ваш процессуальный статус... Вы правильно считаете. Тем не менее, вы обязаны отвечать на вопросы. Вы сказали, вы прочитали, я вас внимательно выслушал, и я хочу понять для себя определенные моменты. Насколько правильно, может быть, вы их понимаете. Угу. У вас прозвучало. У вас... Я заявил отвод судье Меньковой, и она этот отвод удовлетворила. Я хочу понимать, что вы знаете о причинах удовлетворения того отвода. Хорошо. Сейчас прозвучала фраза, что я обязан отвечать, чем предусмотрено. Прошу разъяснить, моя обязанность отвечать. Вы отказываетесь отвечать на мой вопрос. Нет, я прошу разъяснить. Я вам расскажу. Я не отказываюсь. Почему я судья... Я с вами не спорю, Денис Владимирович. Зачем вы решаете Денис за меня, что я делаю? Я с вами не спорю. Зачем вы решаете за меня? Я не отказываюсь отвечать. Я просил сначала разъяснить, потом вы я не хочу ответить. Ответить, поэтому я... Я хочу ответить. Денис Владимирович, я вам подробно зачитал ваши процессуальные обязанности и права. В них я не услышал обязанность отвечать. Можете не отвечать. Не нужно. Нет. Я вам рассказал то, о чем вы, вероятно, забыли. Я вспомнил кое-что. Больше других вопросов у меня в связи с отводом к вам нет. Суд удаляется. Я поясню, у меня дополнение к отводу. Дополнение к отводу. Если вы ссылаетесь на определение судьи Ментюгова, и вам этого мало, я привожу в пример определение судьи Луценко Ленинского суда, который удовлетворил заявление об отводе, не являясь тем же судьей, рассмотревшим дело. Вы сейчас уже желаете мне что-то сказать, а когда я вас спрашивал, вы этого не желаете. А почему я должен, по вашему мнению, желать что-то или не желать? Почему? Ну, вы же требуете, чтобы я ваше мнение слышал. Требую.